Всем привет, дорогие зрители! Сегодня воскресенье, приехал я в район Тосмур. Друг продает двухкомнатную квартиру под ключ в хорошей резиденции, которая была сдана в 2016-2017 годах. Хочу пока рассказать то, что находится рядом. Здесь у нас магазин «Шок». Впереди у нас несколько маркетов. В той стороне также есть маркет, и где-то 200 метров впереди маркет А101. Вот проект называется My Hill Residence, вот в таком цвете. Квартира находится на втором этаже в лифте по турецким меркам, а так третий этаж, восточная сторона. Проекция инфраструктуры. Расстояние отсюда до воды Средиземного моря 730 метров максимум, со всеми поворотами. Здесь вот такой бассейн, зона отдыха. Зонтики, шезлонги, все есть. Так, здесь у нас вход. Лобби. Есть тут два лифта. Фитнес-зал. Теннисный стол. Здесь у нас римская парная комната, просторная. Тут у нас душевые кабинки, санузлы. Здесь сауна. Вот такая сауна. Свет где-то. Свет что-то нету, отключена откуда-то. Вот просторная сауна. Здесь у нас турецкая баня, хамам. Вот такой хамам. Айдат у этой резиденции 150 лир. В этой стороне у нас детская игровая площадка. Детская игровая площадка. Также есть у них выход с той стороны. Поднимается наверх. Там генератор также. Вот. Поднимемся наверх. Ага. Вышли мы на втором этаже. У нас тут мрамор. На этаже 6 квартир. Вот наша квартира в этой стороне. Такие вот двери. Входим в квартиру. Вот в голубом освещении. Вот такая цветовая гамма здесь. Гостиная, совмещенная с кухней. Просторная, не маленькая. Вот. Здесь такой шкафчик. Хочу показать, что у него здесь технология Touch. Здесь у нас санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Сторона у квартиры восточная. Здесь спальня. 65 квадратных метров брутто с балконом вместе. Так, 60 квадратных метров жилая площадь. Спальня минимум 14-15 квадратных метров. Просторная. Кондиционеры новые фирмы Arçelik, инверторные. Вот вид со спальни. Платяной шкаф, двери, все есть. Так, здесь тоже Arçelik кондиционер. Телевизор он поменяет, этот заберет. У него два телевизора. Бытовая техника здесь, значит, холодильник фирмы Vestel, духовка, плита и вытяжка фирмы Arçelik, посудомойка и стиральная машинка Vestel. Здесь вот такой балкон. Тут северная сторона уже.
в этой стороне, где были лесенки, там теннисный корт и зона барбекю. Также генератор. В эта сторона уже восточная. Как бы север-восток и юго-восток. Та сторона уже юго-восточная. Смотрел по компасу. Просторный балкон. Как третий этаж. Дорогие зрители, хочу подвести итог. Район Тосмур. Проект был сдан в 2016-2017 годах, между ними. Квартира находится на втором этаже, он как третий этаж по российским меркам. Восточная сторона, продается квартира под ключ. Цена этой квартиры 60 тысяч евро. Ключи только у меня, продает близкий друг. Обращайтесь, поможем чем можем. Инфраструктуру вы уже увидели, айдат 150 лир. Все, с вами был Агаси из солнечной Алании, район Тосмур. Всем пока-пока.